А общая 73. Да. Да.
собираемся по выходным или по будням, они останавливают. Ну, не то, что останавливают, блоки стоят, боятся проникновения, там, штурма, еще что-то. А так, да, колесо, в той дальней части колесо, в три раза выше этих домов. Здесь в ближней части торговый центр, примерно до 7-го этажа. Вот этих домов стена будет проходить. Все очень печально в перспективе. Ну и сейчас ужасно, то, что они днем и ночью, свет, шум, гарь. Ну, живем на стройке, жители живут на стройке. Мы все жители ближайших домов. Все против стройки. Все. Потому что здесь огромные риски. Ну и не только в окно. Ну тут вообще потоки будут громадных посетителей, шум, гам. Это возмутительно. Здесь вырубили лиственницы из Красной книги. Те, которые произрастают как минимум 50 лет. И нам говорят, что их заменят чем-то. Все будет прекрасно, но все понимают, что это нереально просто заменить такие лиственницы, такие высокие, практически вековые деревья какими-то посадками. Просто слова. Лена, житель дома. Наталья, житель дома. Татьяна, житель Сергей Цукас. На спальне туда. Но какая беда здесь будет, когда все это построят? 40 метров кабинки будут от окон, 40 метров. И торговый центр, вот он прям до нашего 7-го этажа вот, нашего дома. Будет торговый центр. Да, ну, который... Пару месяцев назад было вот что.
забастовку такую делаем, чтобы и бесполезно. 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 Деньги правят. Thank you.